наступившим 23-м годом! Я сегодня решила прогуляться на нашем местном водохранилище. Сегодня просто катаюсь без грибов, хотя на всякий случай нож и ведро у меня есть. Сегодня очень теплая погода, какая-то весна, светит солнце, нет ветра, очень-очень тепло. И я вас приглашаю прогуляться сегодня со мной. Посмотрите, где я катаюсь, где я хожу-брожу. Так что присоединяйтесь. Поехали! Здесь вот корни деревьев. Отсюда была вода. О, коняшки. Самый бодрый, самый веселый. Здрасте. Водохранилище у нас наполняется благодаря небольшой речке, которая берет исток вот в тех горах. Вот сейчас вода далеко, она отошла, потому что у нас достаточно сухо. Но когда водохранилище наполняется, вода доходит вот до сюда. Здесь такие дебри, можно, кстати, прям между ними побродить. Вот такой вот лабиринт. Солнце потихоньку начинает садиться. О, это амела. Она паразитирует на деревьях. Питается их соком. Я нашла остатки роскоши. Это терн. Такая ягодка. После морозов она становится сладкая, так очень терпкая. Вкусняшка. В этом году, кстати, терн не уродился. Так что это прям праздник. Что-то еще. Вот, амела поселилась на ветке, и ей хорошо. У нее такие сочные плоды. Кстати, их используют в лечебных целях тоже. Так. Ой, упала. Вот такие вот они. Сейчас заберусь на это дерево. И покажу вам эту амелу поближе. Здесь будет легко забраться. Ну вот я на дереве. Так, сейчас. Вот такие плоды у амелы. Сочные.
Вот такая вот небольшая прогулочка у нас сегодня была, без грибов. Момент езды я не снимала, чтобы лишний раз там не падать, если что. Так что сегодня вот так вот, по лайту. Погода, конечно, я просто отдыхаю. Тишина. Ну, почти тишина. Здесь еще мотоциклисты ездят. Вот. О, нашла целое дерево боярышника. Кстати, еще с плодами. Во. Не очень сладкий, но кушать можно. Я так проголодалась, что уже радуюсь любой ягоде, которую здесь найду. Надо ехать домой доедать новогоднюю еду. Увидимся тогда чуть попозже. Как только пойдут грибы, я сразу же выдвинусь на сборы.